итальянок, и регулярно на международных соревнованиях они входят в десятку сильнейших гимнасток. Что касается самой Ольги Буяновой, то ее контракт со сборной Италии заканчивается как раз после этого чемпионата мира, и она задумывается, продлять ли ей этот контракт, потому что она обеспокоена тем, что происходит сейчас в родной иркутской школе, и хочет как-то поднять уровень гимнастики там, в Иркутске. Симона Пеечева на ваших экранах, которая после первого вида программы была на третьем месте, следом за Ириной Чащиной и Алиной Кабаевой. В общем-то, для болгарки вполне реально сегодня завоевать бронзу в многоборье.